«Я не я и труба не моя». Жители домов номер 14, 16 и 18 по улице Степная еще в минувшую пятницу остались без горячей воды. Причина – повреждение трубопровода в подвале 16-го дома. Но кто должен проводить ремонтные работы, неизвестно, потому что порыв произошел на стыке ответственности ПАО «Т-Плюс» и управляющей компании «Содружество», обслуживающей этот дом. И, как всегда, крайними остались обычные потребители. Встречного движения со стороны «Содружества» я не увидел. Потому что я вчера дополнительно направлял технику для того, чтобы провести откачку, в том числе и из подвала жилого дома, отдефектовать и показать место повреждения на трубопроводе. Это было выполнено силами ПАО «Т-Плюс». Так как порыв находится в фундаменте, то в любом случае «Т-Плюс» должен приобрести скрипные работы. Он эту работу отказывается делать. Вот и вся история. Вот собирайтесь вместе, значит, тогда в подвале и принимайте решение, если не в состоянии принять это решение. Почему люди в выходные дни должны находиться без ГВС? Они, во-первых, за нее исправно заплатили, а вы не можете найти кто-то, кому-то не пошел навстречу. Вчера отсутствовали представители УК «Содружество» на месте. Вся работа была проделана по «Т-Плюс». После ПДС готов лично туда выехать, знаете, и показать. Что происходит, я не пойму. Кто конкретно за это несет ответственность? И какую? Если управляющая компания не станет уже больше работать, значит, дома пускай дает другой управляющей компании. Или себе заберем. Люди все наши, все волоковцы наши, мы их обязаны как обогреть, так и дать горячую воду.